столкнулись сейчас с проблемой, вы можете сказать, мы работаем над тем, но у нас проблема, и это лучше озвучить, чем не озвучить. Тогда есть какой-то шанс, что вам люди помогут вашу проблему решить. Да, то есть это сейчас как бы не для того, чтобы подогревать какие-то плохие, это для того, чтобы вам помочь, то есть сделать лучше и чтобы там, правильно настроить вас в правильное русло, чтобы максимально эффективно использовали оставшееся время и выступили очень сильно на финиш. Далее. Кредитация для этого не обязательно ставить. Свои вопросы тоже можно задавать. Вы можете выйти туда и сказать, мы запутались, у нас вот такая проблема. Не, ну вообще мы реализовываем, конечно, очень достаточно глобальную практику идей. Вообще мы хотим по нужным параметрам определять качество вина. При том, что давать его оценку от 0 до 10. И у нас сейчас, у нас нет готового обработка датасета, мы нашли табличный датасет, обрабатываем его. Сейчас вот, да. Насчет вина, вообще, всех, это очень индивидуальное вина. И как бы есть тесты. Одно и то же вино у разных людей. Качество вина не в смысле вкусовые качества, а в смысле выдержки, то есть и... А как кому-то интересно сделал, не знаю, производитель же знает. Сразу вопрос. Слышали про Ленину? Нет. Ну, почитайте, это будет вам просто вопрос на остальном вещи. Спасибо. Может, еще есть какие-то полезные мысли? Датасет все готовы обсудить, я думаю. Вы отменили какую-то группу, я не помню, есть ли что-то хотите за решение этой проблемы? Как они реализовали? Мы не смотрели, нам просто понравилась идея, и мы решили ее реализовать. Совет попробуйте придумать, как. Кто готов за это заплатить? Тут реклама идет работать на сервис, whatever. Но за вашу идею вы должны проголосовать деньги. Да, мы вообще подумали над тем, чтобы эта идея, во-первых, должна быть придумана для проверки на сервис. То есть, если, например, принесли партию вина, то проверьте, она это настоящая или все-таки подделка. Но для этого есть другие вины. Попробуйте задумываться, кто у вас тот купил, который не просит. Хорошо. Подумали. Рыба беговой. Еще есть вопросы? Ну, если больше рекомендаций назвать для вас нет, тогда спасибо. Спасибо.